Ничего, кроме звездного неба, не давало повода предполагать, что той ночью произойдут необычные и таинственные вещи. Когда ничего не подозревающий магл спал, из темноты появился огромный мотоцикл, которым управлял великан. Великан, которого звали Хагрид, оставил завернутый в одеяло сверток на пороге дома номер 4 улицы Берючного проезда. В сверток был завернут ребенок. Гарри Поттер – просто хороший мальчик. Следующие 11 лет Гарри Поттер жил со своими ужасными приемными родителями Дерсли. До того судьбоносного дня, когда он получил письмо с приглашением посетить школу колдовства и волшебства Хогвартс. Хагрид повел Гарри на аллею Диагон, чтобы купить самый необычный набор товаров для школы. Когда они зашли в волшебный банк Гринглс, Хагрид взял из сейфа 713 какой-то пыльный сверток, сказав Гарри, что этот сверток, чем бы он ни был, будет в большей безопасности в Хогвартсе. Вскоре после этого Гарри сел на экспресс до Хогвартс с платформы 9 и 3 четверти и навсегда покинул мир без магии Магл. Встал Дамблдор. В этом семестре коридор четвертого этажа – это территория, за которую запрещается выходить тем, кто не хочет погибнуть одной из самых мучительных смертей. Гарри сел пониже Хета, надеясь, что его не выберут в дом Слитерин вместо Гриффиндора. «Не дом Слитерин, да?» – сказал Хет ему на ухо. «Ты можешь стать великим, все в твоих руках». А колледж Слитерин поможет тебе на пути к величию. Нет? Ну, если ты так думаешь, то лучше... Гриффиндор! Чародейство и волшебство Хогвартс. Я Албус Дамблдор, ваш наставник. Хогвартс полон тайн, Гарри, так что ищи их за каждой дверью. Однако помни, не все тайны стоят твоих усилий. Только сегодня утром я заблудился и оказался в комнате, полной шоколадными лягушками. Но, увы, когда я вернулся, их уже утащили мерзкие полчища огненных крабов. Теперь вверх по лестнице, и на уроки не опаздывай. Эй, Гарри, помнишь меня? Я Рон Уизли. Мои братья Фред и Джордж хотят показать тебе кое-что. Иди за мной. Иди за мной, Гарри. Привет, Гарри, мы можем показать вам Хогвартс, если хотите. Как начинающему вам надо много чему научиться. Следуйте за нами, чтобы получить тайные знания. Встретимся позже в классе защиты от темных сил. Удачи, Гарри. Мы научим вас карабкаться. Бегите к книжному шкафу и не останавливайтесь. Вы подниметесь вверх. Соберите все попы. Вы можете встретить и найти нас в следующей комнате. Хорошо сработано. Теперь попробуйте попрыгать. Направляйтесь к выступу, нажмите прыжок, чтобы подскочить прямо вверх. Если вы упали, вы можете подняться и начать сначала. Встретимся в следующей комнате. Мы пойдем коротким путем и встретим вас там.
это за Котти Поттер? Это Пивз Полтергейст. Он всегда причиняет неприятности. Пивз не любит студентов первого курса, так что будьте поосторожней. Вы найдете всякие жуткие и неожиданные уловки. Чтобы проверить собственную догадку, подойдите поближе. Шоколадные лягушки повышают вашу энергию. Каждый Полтергейст и Поттер — это забава. Их нужно собирать. Мы тоже их собираем. Мы нуждаемся в 25 бабагаре. Возвращайтесь, когда вы соберете их. Найдите нас, и мы покажем вам путь к ласту. Мы рассчитываем на вашу помощь в сборе бобов. Поговорите с Фредом. Мы не смогли бы сделать это без вас. Мы нуждаемся в бобах для некоторых, так сказать, экспериментов. Вот вам карта волшебника, вы ее заработали. Поднимите через секретный выход выше книжных шкафов, чтобы добраться до своего первого урока волшебства. Если это не сами знаете, кто Гарри Поттер, то кто же это? Драко Малфой советует относиться ко мне с уважением. Это мои товарищи Слитерин, Краб, Гол. Естественно, я и Слитерин собираемся выигрывать Кубок Дома и Кубок Квиддича. Вы бы лучше ушли с нашего пути, Поттер. Идемте, мальчики. Привет, Гарри, я Гермиона Грейнджер. Мы познакомились в Хогвартском экспрессе, помнишь? Защита против темных сил за этой дверью, следуй за мной. Я профессор Квиррел. Сегодня мы научимся, как защищаться от темной магии при помощи заклинания Фолипендера. Это символ заклинания Флиппенда. Теперь нажмите кнопку мыши, повторяйте за мной все движения, а затем отпустите кнопку. Хорошая работа, мистер Поттер. Гриффиндор получает по 5 очков. На этот раз попробуйте действовать быстрее, мистер Поттер.